Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылка. Здесь какие-то квадратные штуки. Давайте откроем и посмотрим, что здесь внутри. А здесь у нас лампы Philips. Умные лампочки. Скажу, почему я их взял. Я купил где-то года два назад, полтора года назад, я купил у нас в Украине в электропроводке в магазине лампочки Maxus. Оказались они диким какашкой, потому что они каждый раз в полгода они перегорают. Там гарантия 2 года, но я хожу их меняю, естественно. Там даже некоторые бывают через 3 месяца перегорают. Заявленная работа у них, по-моему, 11 тысяч часов. Явно, что за полгода 11 тысяч часов они не отрабатывают. Точно не скажу там цифру в цифру. По-моему, у меня вот почему-то запомнилось 11 тысяч часов. Ну и вот я последний раз был буквально на днях. У них не было что поменять. Они мне в предыдущие, вот 2 недели назад я ходил, и вот вчера был в магазине, позавчера, то есть, и пришел менять, а оказалось, они мне в предыдущий раз из-за того, что не было такой модели, как я принес, да, которую они мне заменили другой моделью. Там одной цифрой оно отличается. И позавчера мне хотели, как бы не хотели менять, потому что у меня в бумажке одна цифра, а на самой лампочке другая цифра. Я не обратил внимания, вот не сравнил я цифру, когда мне в предыдущий раз меняли, и соответственно, не хотели мне менять. Ну, в итоге мне поменяли лампочку, но в любом случае, ходить их менять поднадоело. Я уже менял раза 4 или 5 за полтора года. Плюс я взял их холодного цвета, и они горят очень ярко и режут глаза, и я решил все-таки поменять их. LED лампы очень это хорошо, денег сэкономлено много. Я махом взял деньги и потратился один раз, поменял по всей квартире лампы, и, естественно, сразу, наверное, процентов на 30 меньше электроэнергии начало потребляться, и, естественно, в тарифах зависит: до 100 киловатт один ценник, свыше 100 киловатт другой ценник. И, естественно, раньше переваливал за 100 киловатт в месяц. Теперь до 100 киловатт редко, очень редко доходит, даже зимой не доходит. Вот, ну давайте посмотрим на эти лампы. У меня вот есть Xiaomi лампа, давайте сейчас отключу. Xiaomi-шная лампа, вот такая вот. И я ей пользуюсь, здесь освещаю, настраиваю и так далее. И я так понимаю, что вот эти вот лампы филипсовские тоже, они типа умные, могут настраиваться холодность цвета, то есть яркость. Давайте посмотрим на комплектацию и проверим их. Вот так лампа идет, Philips. На китайском много чего идет. Серия, я так понимаю, 929, там циферки. 220-240 Вт, 50-60 Гц, 3000К, 5700К. То есть можно настроить теплоту вам. Я так понимаю, что можно управлять ей через какое-то приложение. Ага, вот еще не все. Здесь у нас выпало из коробочки вот такая инструкцион. Инструкцион на китайском. Приложение через Xiaomi Home, я так понимаю, потому что здесь все на китайском, но значок Xiaomi, то есть вот этот Mijia, или как он там называется, этот значочек. Поэтому сейчас мы попробуем ее вкрутить и будем тестировать. Это она почти, ну, наверное, часа 4-5 горела и нагрелась все. То есть я могу ее просто взять в руку и сжать. Если, допустим, обычную сотку взять, то, конечно, у меня рука взорвется. Немного отодвинул, чтобы было понятно. Просканировал, включил Mi Home приложение, вот. Просканировал и сразу нашло вот лампочку 13А3. Давайте подключим ее. Все, подключили. Здесь можно выбрать, какой... где эта лампочка, для того, чтобы можно ярлык создать и доступ к лампе получать прямо с рабочего стола. Ну, ярлык не будем создавать, сделаем, пусть будет гостиная. Окей, все три лампочки, они будут у меня в комнате висеть, потому что у меня одна. Ну, давайте посмотрим и поуправляем ей. И вот здесь, получается, можно менять теплоту, холодность, тепленький и яркость. То есть меньше, я не знаю, заметит камера или нет. Давайте немножко вот так поверну, просто вот, давайте яркости добавим. Горит очень ярко, давайте холодный свет сделаем, вернем на теплый, холодный,
И можно так 57% такой между холодным и теплым. Вот. То есть выбрать приложение на китайском, я его сейчас русифицирую, вот, для того, чтобы понимать, что у нас здесь и зачем. Итак, мы имеем, немного отодвину, чтобы не засвечивало, и перевел на русский язык. Вот, инструкция по переводу приложений всех будет. Инструкция не моя, она ФОПДА, я ее в описании к видео выложу. Итак, смотрим затемнение, то есть здесь мы можем выбирать наш цвет, который будет яркость. Вверх ярче, ниже темнее, и желтый цвет поворачиваем влево-вправо, то есть настраиваем теплоту. Здесь есть сценарии, то есть яркий свет, телевизор, теплый, то есть автоматически, вот, и ночь, приглушенный. То есть мы можем зайти, по сценарию ночь нажать, и он приглушит свет, будет вот такой вот желтенький, приятный. И, ну, по сути, как бы, мне достаточно теплого и ночного вот такого вот более тусклого света будет для освещения. Тем более, что лампочки 3. Вот, яркий, это белый, холодный свет, вот, он очень режет глаза, поэтому... Сейчас у меня такие лампы стоят, но это не практично в дома. И, допустим, бывает такое, когда смотришь на потолок, глаза аж слезиться начинают разъедать их. Вот, поэтому вот такой вот желтенький цвет будет отлично для моей квартиры. Итак, задержка выключения. Здесь мы можем настроить задержку, через сколько отключить свет. Вот. То есть можно сделать тусклый свет, планируете уснуть или еще что-нибудь, включили на задержку и ложитесь отдыхайте. Вот. В принципе, таймер, что у нас здесь такое? Автоматизация, то есть какие-то журналы. Вот. Далее сценарии, общие настройки. Больше дискуссий, сообщите о проблеме. Fuck you, пусто. А ну fuck you, ничего тоже нету. Далее, посмотреть справку, это тоже не открывается. Ну вот сценарий, можно здесь добавить плюс нажать, при там, допустим, каких-то условиях, чтобы включались лампы. Давайте теперь проверим вот эти еще две, работают они, не работают, и будем заканчивать. Не успел включить вторую лампочку, как сразу появилось уведомление, что найдено новое устройство и предложило ввести пароль для Wi-Fi. Ну, она как бы включается изначально на максимальную яркость, горит очень ярко, отодвину ее немного. По поводу Максусов, ну, я, конечно, надеюсь, что все-таки это была проблема в лампочках, а не у меня там в перепадах напряжения, что эти лампы не погорят. Какая-то ошибка, и вторую лампочку почему-то яркость не меняется. То есть, возможно, я зашел не в ту. Ну, вот она. Попробуем ее выключить, включить. Выключилась. Включилась. Почему, интересно, тогда она не хочет настраиваться? Выключатель лампочки просто тачим и... Все, а теперь настраивается. То есть, нужно было ее отключить и включить. Все настроилось. Ну и давайте проверим последнюю, третью лампочку. Вот, добавилось все три лампочки у нас, можно на них сделать сценарий и так далее и тому подобное. Название, я так понимаю, что можно вот эти вот поменять. Единственное, что пока я не знаю где, поэтому со временем разберусь. Вот, ну и давайте проверять уже лампочку. Вот, поменяла желтый. Камера, наверное, не так передаст данные, но отлично все поменяли. Сценарий яркий, ночь. Xiaomi TV, это такое желто, такой яркий желтый, вот так вот, яркий теплый. Яркий — это яркий холодный, Xiaomi TV яркий теплый, теплый, и ночь тусклый теплый. Сейчас вот так освещает, это максусовские лампочки. Для сравнения. Philips чуть-чуть больше получается. Вот так они. Теперь это все филипсовские. Это из максимальная яркость по умолчанию. Пришлось их переподключать к Mi Home. Не знаю, видео передаст или нет, но теперь приятный, теплый, желтый такой освещение.
на камеру, наверное, будет яркая, как и белый. На этом у меня все. Очень надеюсь, что эти лампы не будут как Максусы гореть как раз в полгода. И надеюсь, что они прослужат мне очень долго. Поэтому на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!